Төрага Жогорку Кеңеши Талант Мамытов вышел к митингующим по ситуации на кыргызско-таджикской границе. С его слов, в настоящее время ситуация на границе напряженна, однако президент, правительство и депутаты Жогорку Кеңеши прилагают все усилия для стабилизации ситуации. Даны указания всем соответствующим органам, переговоры ведутся на всех уровнях. В настоящее время отдельные лица пользуются ситуацией и создают провокационную ситуацию, сказал он. Төрага отметил, что проблема должна решиться в правовом поле. Ситуация под контролем, мы должны прийти к компромиссу, однако провокации с таджикской стороны не останутся без ответа, отметил Мамытов. Защита Родины – это долг каждого гражданина и наш. Этот вопрос сейчас стоит на рассмотрении президента и правительства. Вчера мы планировали съездить и на месте поговорить с народом. Депутаты все останутся здесь. Но мы отменили эти встречи и решили остаться тут и готовы решать проблемы на месте. Сейчас депутаты направляются туда. Все должно решаться в рамках закона. Есть военные и силы обороны, они защитят. А если нет, то мы сами защитим. Анам топ-торду түзіп, депутаттық өкілдер баратады.